Кофе? Знаете, чего хотите? Скоро вернусь. Либел, если это правда, мы должны сказать клиенту, что не можем сделать эту работу. Мы подадим иск, клянусь. Спасибо. Приятного дня. Он спит с Анитой. Не может быть. Она же страшненькая. Да наплевать. Ну же, ребята, не меняй от этого придурка. На трех игроков, и ни один из них не стоит и цента. Сядь прямо и ешь. Никогда не слушаешься, только дурачишься. Ничего не воспринимаешь всерьез. Я могу вам помочь? Как насчет того, чтобы развернуть свою задницу и свалить нахрен отсюда? Ну-ка, отвали! По-вашему, я похож на психа? Вышел из колеи? Возможно. Но перед тем, как осудить меня, давайте отмотаем назад. Почему он выбирает нашу фирму для своей защиты? И это не из-за низкой цены и рекламы с цепляющим джинглом. Женщина произносит примерно 20 тысяч слов в день. Да, знаешь, некоторые из них невиновны. Я хочу потратить дополнительный миллион или два, хорошо? Мужчина 17 тысяч слов. Нет. Это не то, что я думаю, это то, что есть. Еще одна жертва систематического расизма, присущего полиции. Я произносил 80 тысяч слов в день. Мои две любимые буквы – Н, В. Невиновен. Слова были моим лучшим оружием. Но из этих 80 тысяч, сказанных мной за день, слов, знаете, сколько было действительно важными? 3. Я люблю тебя. Иди сюда. Всего 3 слова из 80 тысяч. Я люблю тебя. Не очень хорошее соотношение. Фрэнк, ты должен был быть здесь полчаса назад. Здесь уже полно народу. Знаю, прости. Я уже спускаюсь в гараж. Оливия хочет поговорить с тобой. Привет, пап. Привет, дорогая. Ты же приедешь, да? Я в пути. Хорошо. Потому что мне кажется, что тебе понравится мое вступление. Обещаешь, что приедешь? Обещаю. Я люблю тебя.
Черт. Подождите, подождите. Фрэнк, у тебя есть минута? Хорошо, нужно подписать еще вот эти. Мы должны отправить их вечером сегодня. К счастью, это дело передали в Верховный суд. Так как нельзя судить дважды за одно и то же преступление, то вердикт будет оправдательный. Оливия, ты следующая. Это любимая песня моего папы. Мы с ним всегда поем ее вместе. Привет, это Сью. Пожалуйста, оставьте сообщение. Сьюзан, слушай, прости. Я только освободился от дел. Перезвони мне, пожалуйста. Прости. Привет, это Сью. Оставьте сообщение. Сью, слушай. Послушай, я понимаю, что ты злишься на меня, но, пожалуйста, перезвони мне. Уже поздно, и я волнуюсь о вас, ребята. Хорошо? Мистер Валера, я детектив Люстигер. Где они? Они в порядке? Где они? Мистер Валера! Мистер Валера! Мистер Валера!
Мы все еще ждем криминалистов. Фрэнк! Фрэнк! Я не могу позволить вам загрязнить место преступления. Фрэнк! Мой ребенок. Это мой ребенок. Это мой ребенок. Уведите его. Отпустите меня. Отпустите меня. Отпустите меня. Уведите его. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он даст мне возлечь на зеленых лугах и поведет по спокойным водам. Он возродил мою душу и повел по пути праведному, да светится имя Его. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Скорее всего, они никогда не найдут людей, которые убили их. И даже если они поймают их, какой-нибудь адвокатишка наверняка вытащит их. Какой-нибудь адвокатишка, прямо как ты. Я всегда молчал, пока моя дочь была жива. Но я никогда не понимал, что она в тебе нашла. Она оставила свою семью, своих друзей. Она следовала за тобой по всей стране, поставив твои потребности превыше своих. Но пока моя дочь была счастлива, я был счастлив. Теперь, когда моя дочь мертва, и моя внучка, я скажу, что думаю о тебе, Фрэнк Валера. Вы все говорите. Идешь по жизни, используя непонятные, странные, туманные слова. Все только для того, чтобы вытаскивать отбросы земли. И с этого момента я больше не хочу слышать твой головокружительный голос снова. Я ясно выразился? Джефф, я сказал, я больше не хочу слышать твой голос. Достаточно и кивка.
Ничего не делая, полиция только что и делала, как говорила. Пустые слова, чтобы успокоить. Знакомая игра. Машину вашей жены вытерли от отпечатков. Моя жена и дочь убиты. Их убийца все еще бродит по улицам. Возможно, они знали свою работу. И все, что они могли делать, это говорить. И на месте преступления не было никаких улик, верно? Нашли небольшие золотые волокна. Золотые волокна? Я не думаю, что моя жена или Оливия были одеты в золото, или были. Нет. Итак, это зацепка, верно? Ну, я говорил с портным в центре города. Он сказал, что это очень распространенная ткань, много это нам не даст. И до сих пор никаких свидетелей. Пока никто не откликнулся, но мы все еще ищем. Этот район – излюбленное место банды беззакония. Что это такое? Русская мафия. Они держат тот район, поэтому там сложно с кем-нибудь поговорить. Так это была бы русская мафия, а не грабеж или угон автомобиля. Вы, ребята, так и не нашли кошелек моей жены. Довольно жестоко для грабежа. Вам не кажется, Фрэнк? А если это угон? Почему они бросили машину? Я не знаю, может, что-то пошло совсем не так, и им пришлось бежать, я не знаю. Мы исчерпали возможные варианты. Не нужно больше приходить сюда, Фрэнк. Я позвоню вам, если что-нибудь появится. Я позвоню, если ничего не появится, просто чтобы держать вас в курсе. Детектив Ластигер. Пожалуйста, прекратите писать сообщения, сэр. Могу ли я увидеть документы по делу? Шеф зовет на пару слов, Билл. Скажи, что скоро буду. Пожалуйста. Нет. Это конфиденциально, это дело полиции. Это жизни моей жены и дочери. Фрэнк, я выясню, кто это сделал, и он предстанет перед правосудием. Старайтесь лучше, черт побери! Вы хоть понимаете, как часто в этой стране совершается подобное преступление? Нет, я. Каждые 25 и 3 секунды, Фрэнк. Это означает, что за 25 и 3 минуты, что вы сидели здесь, было совершено 60 насильственных преступлений. В самом деле? Вы в порядке? В порядке ли я? Я никогда не буду в порядке. Мистер Велера. Мы никогда не сдаемся. Ага. Убей его! Хватай его! Давай, давай!
Мне стало ясно, что правосудие никогда не свершится. Я дал своей семье обещание, но мои слова оказались пустыми, как все остальные. Я был виноват в этом. Взять его, взять его! Я нашел свою форму покаяния. Что ты делаешь? Мои коллеги предложили мне взять небольшой отпуск. Время психоздоровья, так они это называли. Хотя я знаю, что они предложили это, потому что не хотели, чтобы я крутился у них под боком. Честно говоря, это чувство было взаимным. Мне нужно время. Я потерял вкус к защите подозреваемых преступников. Разойдись, стоп! Полагаю, тебе интересно, что такой хороший парень, как я, делает в таком месте. Ну, что-то типа того. Я обещал прийти на выступление своей дочери в тот вечер, когда они были убиты. Я должен был быть там с ними. Последнее сообщение, полученное мною от моей жены, было снято на телефон видео выступления, которое я пропустил. Да, дал им свое слово, а потом нарушил его. Это убивает меня. Фрэнк, ты не можешь винить себя за случившееся. О, поверь, могу. А что насчет вас? Ты не в полицейской форме. Значит, что ты не собираешься провести облаву. Ты следишь за мной? Это работа, Фрэнк. Там долбанная военная зона. То, как люди относятся к полицейским. Иногда мне просто нужно выпустить немного пара, понимаешь? Конечно, если отдел узнает, что я участвую в подпольных боях, то это не очень хорошо скажется на моей карьере.
Прости, что приходится говорить это. Они собираются изменить приоритет твоего дела. Ты о чем, черт возьми? Твое дело положили в долгий ящик. Я думал, ты знаешь. Почему? Фрэнк, прошло много времени. У нас нет новых зацепок, все очень плохо. Дело закрыто? Нет, не закрыто, оно просто заморожено. Это чертова семантика, и ты это знаешь. Способ исказить правду. Поверь мне, это знакомо. Я сделал много денег, занимаясь этим. Послушай, присмотрю за Ластигером. Посмотрю, что у него на уме. Болтать проще, да? Эй, мистер. Ищешь компанию на вечер? Я могу помочь тебе расслабиться, если хочешь. Можешь делать что угодно. Постой-ка. Что ты здесь делаешь? Ты слишком мала для этого. Сколько тебе? Отвечай, сколько тебе лет? 13. 13. Ой! Тащи свою задницу сюда. Прости, приятель. Она тебя кое с кем спутала. Пойдем. Пожалуйста, сэр, это девочка, чья-то дочь. Если бы я слушал более внимательно, если бы вообще слушал, то, возможно, услышал бы. Марк Аврелий, медитации. Карай лишь виновного в злодеянии. Эта книга оказалась знаком. Я наказывал себя за их смерти. Но не я их убил. Я наказывал не того человека. Thank you.
Медитации были написаны около 2000 лет назад. И они стали основой для стоицизма, который считал, что наилучшим показателем философии человека было не то, что он говорит, а то, что он делает. Стоики брали обет молчания, чтобы сосредоточиться на конкретной задаче. Поэтому я принял свой обет, чтобы не отступать, пока я не отомщу за убийство жены и дочери. Спустя несколько дней после того, как я перестал говорить, мой слух резко улучшился. Поняли? Хорошие вещи случаются, когда вы затыкаетесь нахрен на пару минут. Эй! Hey.
Хорошей прогулки, чувак. Но, к сожалению, ты на нашей территории. Как насчет того, чтобы отдать кошелек и ключи от машины, и будем в расчете? Могли ли они быть убийцами? Но угон автомобиля не получился. Держи его! Живо! Давай! Пойди к свою мать! Долбанный тупой кусок дерьма. Сука! Пожалуйста. Я пытался понять по его лицу, знает ли он их. Но он понятия не имел, кем они были. Ты в порядке? Меня зовут Алма. Я медсестра в приюте Милосердия. Я волонтер местного приюта для бездомных. А ты? Ты в порядке?
Ты понимаешь меня? Ты меня слышишь? Помнишь, что вчера случилось? Как ты сюда попал? Я шла домой из больницы, и я нашла тебя лежащим на дороге. Я привела тебя сюда, чтобы помочь. Ты отключился, и потом я увидела, что в тебя стреляли. Разреши тебя осмотреть, хорошо? Тебе повезло? Пуля лишь тебя поцарапала, поэтому рану было легко обработать. Эй! Почему Сусана опустила окно, когда на улице дождь? Зачем? Привет. Ты забыл это у меня дома? Адрес написан на водительских правах. Плюс, мне нужно осмотреть твою рану. Тебе очень повезло. Знаешь, хватит уже меня дурачить. Я знаю, что ты можешь говорить. Прошлой ночью, после того, как я привезла тебя, ты говорил во сне. А если ты можешь говорить во сне, значит, можешь говорить и сейчас. Ты повторял два имени раз за разом. Сью и Оливия. Твоя жена и дочь? Мне жаль.
Их убийцу поймали? Я хорошо знаю этот район. Я там проезжаю по дороге на работу. Дайте мне знать, если понадобится помощь. Управление транспортной безопасности. Собака транспортной охраны. Обучена унюхивать самые слабые запахи в наиболее населенных пунктах с военной точностью. Надеюсь, что мой новый друг поможет заполнить некоторые пробелы. Я обнаружил логово бездомных, и если кто-то из них был там той ночью, то он будет нужным мне свидетелем, а возможно и нужным убийцей. Температуры нет. С тобой все будет хорошо, дорогая. Доктор скоро придет. Большое спасибо. У тебя есть кое-что для меня? Я же сказала, что все.
Никаких все. Пока я не скажу. Скоро увидимся. Да, я знаю это место. Тут живет мистер Страшила. Иногда, возвращаясь с ночной смены, я вижу его здесь. Вечно курящего. Но я никогда с ним не общалась. Вообще-то, я никогда не видела его лица. Поэтому я не смогу его опознать для тебя. Прости. Но я слышала, что он иногда работает в местной закусочной поваром. Мы не знаем его настоящего имени. Люди в приюте называют его Страшилой, потому что он пугает их. Говорят, что он очень жестокий. Спасибо, Фрэнк. Нам нужно перетереть. Где мои лекарства? Я больше не хочу этим заниматься. Слушай, будешь делать то, что я тебе скажу, ясно? Да. Заткнись! Эти ребята, они пришли в клинику около года назад. Заставили меня платить за защиту. Сказали воровать для них лекарства. Из больницы, понимаешь? Окси, кодеин, фентанил. Но на днях я сказала, что больше не буду этого делать. Они хотели убить меня за это, Фрэнк. Что мне теперь никто не просил меня делать этот завтрак. Но я подумала, что один завтрак — это меньшее, что я могу сделать, чтобы отблагодарить тебя.
Знаешь, я думала о Страшиле, парне, которого ты ищешь. Я уже говорила, что не видела его в приюте, но... Но у него был кашель. Особый кашель, который ты узнаешь где угодно. Так, по-вашему, я похож на психа, вышедшего из колеи, на маньяка или все вместе взятое? Да, возможно, вы правы. Но теперь вы хоть понимаете, почему? Он узнал их, но... Но в его глазах не было смерти. Он не был убийцей. Я видел, что случилось той ночью. Это был полицейский. Я был там. Я видел все. Убил их на складе. Что я мог сделать? У меня и так уже достаточно проблем. Мне не нужны проблемы с полицией. Сумочка, что лежала сзади. Я забрал деньги и избавился от нее. Мне нужны деньги, чувак. Прости, чувак. Прости. Откройте дверь. Давай, откройте дверь. Немедленно открывай. Я хочу увидеть моего сына. Отведите меня к моему сыну. Убери руки от меня. Я ничего не сделал, черт возьми. Я же вам сказал, просто отпусти меня, чувак. Успокойся. Пошел ты, успокойся. Я хотел сузить круг подозреваемых, понять, кто из офицеров дежурил той ночью и кого Страшила мог увидеть. В списке офицеров, назначенных патрулировать тот район, я с удивлением обнаружил. Одно знакомое лицо.
оружие. Неужели это действительно был он? Покажи ему, что у тебя есть! Убей его! Я следил за Пейтоном 7 дней и ночей. Я гнался за ним, как мои демоны гнались за мной. Я менял автомобили, чтобы не вызывать подозрений. Ночь за ночью. День за днем. Пытаясь понять, этот ли человек был убийцей моей жены и дочери. Если да, то почему? Поэтому я продолжал наблюдать. Пытался найти ответ. Знак. Или я ошибался?
Нашли эти короткие золотые волокна. Золотые волокна? Да, офицер. Не могли бы вы остановиться за перекрестком? Дело закрыто? Оно не закрыто, оно заморожено. Способ исказить правду. Я сделал много денег, занимаясь этим. Теперь ты знаешь, зачем я это сделал, Фрэнк.
Один урод, которого ты вытащил из тюрьмы. Убил мою маленькую девочку. 12 лет, Фрэнк. Убита парнем, который должен был сидеть за решеткой. Здесь они умерли. Твоя жена была бойцом, Фрэнк. Но твоя маленькая девочка... Она кричала. Плакала, звала своего папу, чтобы он спас ее. Но ты этого не сделал. Где ты был, Фрэнк? Где ты был? Я ничего не хотел, кроме как убить монстра в человеческом обличии передо мной. Но это не сделало бы меня лучше его. А лучше из стойков, как ты сказал. Настоящий способ мстить врагу — это не походить на него.
Каков, по-вашему, будет вердикт? Доказательства против офицера Строда были неопровержимыми. Отдел максимально согласен с вердиктом. Нет ничего хуже, чем плохой полицейский. Детектив, замешаны ли другие полицейские? Нет доказательств, подтверждающих это. Справедливость восторжествовала. Я постарался все сделать правильно. Но я знал, что ничего уже не вернет их назад. И я никогда не смогу вернуться в прошлое, чтобы быть с ними, как обещал. Если бы я мог, я бы сказал своей дочери, что она оказалась права. Мне понравилось ее выступление. И я бы сказал им, обеим, слова, которые намного важнее тех тысяч слов, которые мы говорим каждый день. Я люблю тебя.